Всем привет, с вами интернет-магазин kadoto.ru. Покупайте лучшее, про остальное забудьте. В этом видео я хочу рассказать про замечательные, эксклюзивные виллы для копки земли фирмы Снибур. Итак, фирма Снибур создана в 1913 году, и с 50-х годов этого предыдущего столетия делает садовый инструмент из нержавеющей стали. То есть это ручная работа из нержавеющей стали. То есть это единственная фирма в мире, которая делает садовые инструменты из нержавеющей стали вручную. Таких фирм больше в мире не существует. И инструмент у них самый эксклюзивный, самый дорогой и самый прочный. Данная вилла изготовлена из пластины, 8-миллиметровой пластины нержавейки. Ширина этих вилл составляет 18 сантиметров, длина зубцов 34 сантиметра. И общая длина от кончика до рукоятки 118 сантиметров. Сами виллы из 8 миллиметров сталь вырезаются из пластины 8-миллиметрового листа и уже вручную обрабатываются, проковываются и шлифуются. Здесь оригинальная тулейка фирмы Снибур, и она крепится уже к ручке с помощью таких вот латунных заклепок к черенку. Ручка сама Т-образная, то есть такая европейская классика. Вилла очень прочная и надежная. Вы их никогда не сможете сломать, они у вас никогда не заржавеют, и вы будете получать удовольствие от работы этим инструментом. Здесь стоит клеймо фирмы Снибур, о чем это говорит о том, что это действительно не подделка какая-то, что это настоящая вилла Снибур. Но и подделать эти виллы практически невозможно. То есть здесь до того качественно все сделано, что вряд ли кто-то вообще сможет подделать такие виллы. И китайцы даже тоже не смогут подделать такие виллы. То есть это самый эксклюзивный садовый инструмент в мире. Так что покупайте эти виллы в интернет-магазине kado.ru, покупайте лучше, а про остальное забудьте.